стало страшно. Ну все, парень у нас растет. Друзья, как вы помните, мы получили посылку. Посылка нам пришла от Александра. И так как у нас сегодня карки пиво, суббота, и здесь написано, что здесь кондитерские изделия. Друзья, так как нас много, мы все в кадр не влезаем, я за камерой. Эта посылка пришла вообще издалека. Короче, друзья, эта посылка пришла из Владивостока. Офигеть, это вообще далеко. Это Россия, но этот город так далеко от нас находится. А посылка пришла, кстати, как я понял, очень быстро. Очень быстро пошла. Какого? То, что там будет, не надо съесть. А может, там несъедобное? Тогда что, будешь грызть? Да. Убирай, Юля. Осторожно, смотрите. Это лезвие? Да, это как лезвие. Я люблю такие лезвия. Так, стоит. Так, кульминационный момент, барабанная дробь. И что же там внутри? Нифига себе! Вот это да! Вот это я вам скажу, карки пиво! Целая посылка. Целая посылка сладостей. И магнитики. Вот тебе кондитерские изделия одна штука. Да, девочка в юбчонке, кот горох. А что это такое? И магнитики. Вот это круть. А у меня Владивосток. Это Владивосток, потому что с него пришла посылка. Это мы удачно открыли. Вот это нам сюрпризец, так сюрпризец подогнали. Мы российских конфет здесь не едим, потому что, ну, здесь нету, здесь мало. Я не знаю, Надо подожди. Интересно, что это? Какие может быть, как пипи? Это, наверное, как такие шоколадные конфеты, батончики с вафлями. Вот это красотища. Вот это вот фартануло на карки пиво. У меня слюнки. А сегодня у детей как раз суббота, а суббота у нас день сладости у детей. Спасибо тебе, Александр, большое. Ну что, друзья, вот, короче, вот такой вот нам сюрприз. Она красная мне. Она мне красная. А мне вот с этим. О, не, вот с этим котиком. Я попробую. Короче, туши свет. Мы пошли хавать. Сначала мы поблагодарим. Большое спасибо Александру из Владивостока. За посылку. Конфетки. Спасибо за сладкий сюрприз и магнитики. А у нас они займут почетное место на нашем холодильнике. Надеюсь, скоро на нашем холодильнике не будет свободного места. И от двух холодильников. Да, от этих магнитиков. Все. Ну что, жорево? Осторожно кушай, Миля, не мусори. А, ты желтую взяла, у тебя белая начинка. А вот здесь вот у Сандры шоколадная начинка. У них что-то начинка разная. Я хочу... Ну, теперь вы можете прочитать, там по-русски все написано. Девочка в юбчонке. Веселые клювики. Кот-скороход. Конфеты. Конфеты чапа-ляпа.